Итак, снова всем привет. Смотрите, собрал такую схему, как бы усовершенствованный блокинг генератора. Блокинг генератор, конечно, хорошо, джоули воры хорошо, но я думаю, то, что мультивибратор лучше, если я ошибаюсь, поправьте меня. Смотрите, значит, в чем суть дела? Вот это изначально был дроссель на 10 миллигенри, 10 Ом. Вот. На этот дроссель поверх я намотал двойным проводом 0,3, где-то 25 витков, сфазировал их, ну как обычно делается при постройке блокинг генератора, сфазировал, выбрал среднюю точку, на эту среднюю точку я подал плюс, вот сюда вот. Вот, изготовлен мультивибратор на двух биполярных транзисторах P-канала, это BC547. Вот, значит, дальше в базу этих транзисторов я поставил два подстроечника на 5 кОм, но 5 кОм, как выяснилось, это очень много, питается все это дело от одной пальчиковой батарейки формата 2А, 1,5 вольта, сейчас на данный момент 1,4 вольта. Так, что еще? В принципе, да все, просто мультивибратор, скорее всего, это так называется схема. Кто знает, знающий, подскажите. Ну, так она выглядит целиком. Ну что, посмотрим, как она работает. Давайте ее включим. Нейлонка горит. В принципе, порог зажигания этой нейлонки где-то 40 вольт. Посмотрим, что нам покажет моя катушка моя с этим, со светодиодным зеленым. В принципе, вот так вот она тоже светится. Давайте сейчас свет поменьше сделаю. Мы глянем. Вот телефон регулирует яркость. Выключим совсем. Вот, смотрим. В принципе, довольно-таки ярко. Вот. Какие особенности этой схемы я заметил? Особенности следующие. Так, сделаем яркость. Значит, тут у меня два подстроечника. Вот этот подстроечник, он сейчас нарегулирован на 17 Ом. А вот этот на 800 Ом. И только в этом случае мощность передается во вторичную катушку, к которой подключена неонка. Почему так, я не знаю. Кто знает, подскажите. Может быть, у транзисторов параметры разные. Может быть, что еще? Не знаю даже что. Кто знает, скажите, пожалуйста. Транзисторы эти одинаковые. В принципе, коэффициент усиления у них тоже одинаковый. Я померил 426, там 430. Вот, в принципе, разброс у них маленький. Ну, такая схемка. Как эта схема называется? Ну, скорее всего, мультивибратор. Кто знает, подскажите, пишите комментарии. Вот. Что в дальнейшем можно на этой схеме сделать? В принципе, на выходной катушке может быть 40 вольт, может быть там 60. В принципе, не очень много, но можно сделать, допустим, тестер светодиодов, тестер стабилитронов там, где в сборке они там несколько штук подключаются. Хотя это очень маломощное устройство. По факту ток потребления где-то порядка 100, там 150 миллиампер. Вот. Это с нагрузкой с неонкой. Но что хотел еще сказать. Да, в принципе, наверное, все. Вот. Все, кому интересно, пишите комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы. Вот. Если данный формат видео интересен, я буду дальше продолжать снимать для вас видео. Может быть, соберу драйвер, попробую на этих транзисторах, на BC547, они достаточно маломощные. Соберу драйвер для BLDC моторов бесколлекторных. Вот, я думаю, тоже будет интересно посмотреть, как будут они вращаться. Тоже можно будет порегулировать переменниками.
у них базу, ток базы, посмотреть, что будет со скоростью вращения и тягой. Поэтому пишите комментарии, кому надо, отвечу. Всего хорошего.